Наградили. В Братске правоохранители вручили дипломы и кубки участницам конкурса «Полицейский дядя Степа». Напомним, он проходил в 3 этапа. На первый, городской, свои работы предоставили только 3 братчанки. Наталья Филипчук заняла 1-е место среди взрослых. Женщина уже во 2-й год мастерит игрушки для конкурса. В этот раз рукодельница связала крючком женщину-полицейского и ее коня. Кстати, участницу отметили и на областном этапе. Ей вручили сертификат в магазин бытовой техники и книгу. В том году, еще после первой победы, придумала эту игрушку и начала подготовку. Лошадка у меня была в сентябре уже готова, а девушку полицейского я уже вязала в этом году. Лошадка на каркасе, там у нее седло сделано, оно крепится, снимается. Картон обматывала нитки. Бабушка вязала шапочку, да? Угу. Еще рубашку, галстук и рукава, футболки и еще ботинки. А Варю Гуляеву наградили дипломом 2-й степени. 4-летняя участница мастерила своего дядю Степу с мамой и бабушкой. А диплом 1-й степени получила Анастасия Данилова. Школьница сделала ростовую игрушку из папье-маше. Напомним, все самодельные игрушки в скором времени попадут в детские дома, социальные приюты и малообеспеченные семьи.